Всем привет! С вами снова канал Супер Тюнинг, и сегодня мы с вами будем тюнинговать не машину, а мотоцикл. Итак, представляем вашему вниманию мотоцикл Kawasaki Ninja ZX6R. Вот такой вот красавчик. Казалось бы, что здесь можно сделать, но это же не автомобиль, запчастей мало, но тем не менее. Даже такого вот красавчика можно как-то затюнинговать. Итак, начнем наш тюнинг с дисков, колесных дисков. Вот, как вы видите, колесные диски у нас поменялись. У нас стало намного больше спиц в них. Ну, более такие, я не знаю, как их назвать. Ну, другие, одним словом. Итак, что... Что еще мы можем поменять? Мы можем поменять передние фары. Так, давайте посмотрим, что мы можем сделать с этими фарами. Вот, вы видите, мы можем их сделать такими непрозрачными с буквами X вместо самих фар. Но мы выбрали вот такие вот глаза на наши фары. Наш мотоцикл зеленого цвета, и мы делаем из него... Ну, такого, можно сказать, с этими глазами он становится похож на какого-то дракона. Итак, задние фары. Давайте посмотрим задние фары. Вот задняя фара, стопочки. Можно ли нам что-то поменять в этом? Так, вот, мы вместо красного поставили такой вот белый. Белый абсолютно прозрачный колпачок на нашу фару. И переходим к зеркалам. Вот наши зеркала. Что можно сделать с зеркалами? Так, я интересный. У нас мотоцикл получается с этими глазами. Просто удивление. Так, смотрим, что мы будем делать с зеркалами. Можно поставить такие вот миниатюрные ретро-зеркала, которые, ну, я сразу скажу вам, будут портить вид всего мотоцикла. Поэтому мы вот выбрали вот такие вот заостренные зеркала, которые будут придавать хищный взгляд этому мотоциклу. И приступим дальше. Что еще нам можно поменять? Вот, что я еще поменял. Я поставил такую золотистую накладку на колесо. Так. Что сразу придает такой еще благородный диск, вид этому мотоциклу. Эта накладка это как тормоза. И давайте посмотрим, что же еще можно было бы добавить на этот мотоцикл. Ну, главный атрибут этого мотоцикла это, конечно же, сидушка. Можно ее немного изменить, хотя я не знаю, будет ли это так сильно важно. Ну, давайте я поставлю какую-нибудь другую сидушку на этот автомобиль. Я уже начинаю заговариваться на этот мотоцикл, а не автомобиль. Напомню, это мотоцикл Kawasaki Ninja ZX6R. Такой вот зеленый красавец. Пока зеленый. Сейчас мы посмотрим, можно ли нам поставить какую-либо другую сидушечку на него. Итак, вот немного измененное сиденье с какими-то вставочками. И что мы еще можем сделать для нашего автомобиля? Так, ну давайте попробуем поменять цвет. Давайте сделаем его, к примеру, красным. Вот такой вот цвет. У нас, ну это не очень, надо сделать его более ярким, я так думаю. Так, яркий, не очень яркий, с зелеными глазами, нет, надо что-то более такое яркое, более красный, нет. Ну, это уже что-то подходит, в принципе, можно его, вот такой вот цвет получается. Красненький у нас, с зелеными глазами. И можно будет назвать его Красный Дракон Kawasaki. Итак, как вы видите, что даже из мотоцикла можно сделать что-то довольно-таки
привлекательное, изменить его, поменять там диски или еще что-то. Так, давайте попробуем поставить заставочку какую-нибудь. Так, фон, фон, какой фон нам подойдет для этого мотоцикла? Я не знаю, выбрать какую-нибудь скоростную дорогу. Так, вот, ну, я думаю, вот, вот такой вот фон. Скоростная дорога, такой вот прекрасный, просто замечательный мотоцикл. И на этом я буду заканчивать свой обзор. Напомню, с вами был канал Супер Тюнинг. Мы делали тюнинг проект мотоцикла Kawasaki Ninja ZX6R. Всем пока, до новых встреч.